Не скажи, в этот раз тяжелее, чем в тот раз? Ну, не знаю, за 2 дня 20 потеряли. Нормально. Нихуя себе. Своих? Ну, своих, конечно. Ой, кошмар. Это правда говорят, что вас через месяц выведут? Ну, хуй знает, если будет чего выводить. Зай, как хочешь, держись там. Ну, бля, тут как фартанет. Ну, вы там остаетесь или дальше куда-то идете? Сейчас сказали, пока передохнуть. Чем дальше, тем страшнее, да? Угу. Дальше вообще пиздец, там город бешеный. Что там? Город большой. Мы всех туда согнали. У них больше преимущества? Ну, я не знаю, что там больше нет. Сказали Одессу будут забирать. Зачем, так непонятно. Короче, народу нет, нихуя, вы идите как хотите, да? Ну да. А на что рассчитывает? Ну, на русской области. Вы в Лимане? Нет еще. Вот, Оль говорит, с 22 числа уже его кто-то берет. Да, я читала. Так что вы там не одни будете. Никто его еще не берет. В новостях говорят. В новостях говорят. Да хуя что говорят, походу. Мы сюда зашли, говорят, уже с той стороны идут. В итоге 3 дня тут пизды получали, и никто нахуй даже не зашел. Вчера только зашли в помощник. Пиздец, короче. Техники хватает? Да нет. Да это нормально все. Ну да, конечно. Все нормально. Машину вчера взорвали. Вообще ничего нет. Вообще. Короче, себе надеть не снять. Ну вот я сегодня пошел с этих укропов там майки взял. Угу.